Талиса клубника сливки, перегород сливки, и не только клубника, здесь растет очень много такой овощ, фрукты разные, даже я сам не знаю некоторые фрукты, что это такое, как яйца смотрится, вот такой фрукт, я даже не знаю, как это называется, вот такой очень разный овощ, фрукты растет, помесные, друзья, вот такой, я не знаю. Я первый раз вижу вот такой фрукт, потому что климат позволяет, что посадить, и все растет, короче, здесь. Теперь мы собираемся домой, обратно. Едем в Алани, и со мной еще едет моя теща. Она для своей внуки собрался, вот для Эдибе, клубника. Клубника собрался, очень свежий, хорошо. Еще перец, это перец, для кого я не знаю, но для нас вот такой клубник она собралась. И папа провожает нас, такой счастливый, довольный. Один остается дома, наверное, поэтому счастливы, довольны. Так что, друзья, вот еще у нас, что есть здесь, баклажан. То еще собралось, вот такие еще, вот это фасоль, да. Вот это все от нашего сада. Арбуз, арбуз это карпуз по-турецки. Здесь что? Вот это перец, опять. Вот такой, вообще, в Мерсине, вот такие вещи везде можно найти, вот. Никакой забор нету, везде вот такой открытый. Ни у кого нету забор, друзья. Вот везде вот открытый вид. Поэтому много людей, русскоязычные люди, как-то сюда приезжают, они удивляются, что забор нету у нас. Вот так у нас практически все бесплатные овощи, фрукты. Все, нам уже счастливого пути. Поехали! И, конечно, еще мама, как всегда, свои хлеби нас, для нас готовили. Вот турецкий хлеб, вот такой базлама, по-турецки это базлама, вот такой хлеб. Короче, завтра утром у нас уже меню известно, что будем кушать. Тамам, баба, тамам. Вот еще у нас есть здесь, что это такое? Ой, томатная паста, домашняя томатная паста, короче, еще мука тоже есть, вот это бамья, по-моему, да, бамья, как будто у нас там ничего нет в Алани, вот это все теща для нас готовила. Не дейдем, баба, торунларна? Çok seviyorum torunlarımı. Benim için en çok hangisini seviyorsun? En çok harbiden en küçük kızı seviyorum. Boşu kavu lübüş, Edibe ile Emir. He. Edibe ile Emir. Emir mi sevin, Ezgi'yi mi? Ya orası bende saklı. Ha, ama biz anlıyoruz canım. Gene ne anlıyoruz. O kadar o kadar deneyimiz var. Короче, папа больше любит Эдибе. Это как всегда папа, всегда дочка больше любит. Итак, друзья, мы едем в Алани из Мерсине. Со мной, конечно, моя теща. Anne, selam ver bakalım. Selam aleyküm. Yedim и, конечно, люди всегда узнают друг друга, где, либо как-то бизнес делают, либо как-то на дорогу. Но я это говорил своей теще. Теща, мы теперь друг друга более близко будем узнавать, посмотрим настоящее свое лицо, друг друга будем узнавать. Она говорит, мы уже давно друг друга знаем, ничего не надо узнавать. Едем, дорога, обо всем говорим. И, конечно, очень искренне у нас такой атмосфера здесь. Дорога очень хорошо, дорога очень хорошо. То есть иногда песни поют, народные песни, конечно. Народные такой старые песни поют, очень старые. Грустим иногда, иногда грустим, иногда веселимся, иногда про семья говорим, про нашу семью вспоминаем. Прошедшее время, так что Анне. Efendim. Алания, ты не обучаешься?
torunlarımın yanına gidiyorum. Evet. Onlarla vakit geçireceğim. Onları seveceğim, okşayacağım. Birkaç gün kalacağım, geleceğim. Torunların en çok hangisini seviyorsun? Dördümüzü de aynı seviyorum. En çok hepimizin... Emir'i mi, Ezgi'yi mi? İkisini de eşit seviyorum ya. Ya ikisi de benim canım onların, benim canım onlar, benim canım. Nasıl birini birinden fazla, birini birinden eksik sevebilirim ya? Onlar benim canım uyum. Ama şöyle bir şey var, Ezgi kendini sevdiriyor, ilgileniyor benimle. Benimle sohbet ediyor, gerilim. Emir tabii ki büyüdüğü için beni takmıyor, o kadar da yaklaşmıyor bana. Она говорит, что я спрашиваю, какой, кого больше любишь, Эдипа или Эмир. Она говорит, что, конечно, то и то больше люблю. Мы сейчас уже попали в туннель. У нас здесь очень красивый, хороший туннель. И говорит, что то и то люблю. Конечно, Эдипа, она такой эмоциональный человек. Она сама заставляет, что мы ее любили, что мы ее любили. Так что, друзья, у нас часто здесь туннель, ничего, сейчас пройдет. Очень красивый туннель. Туннельlerimiz çok güzel, değil mi anne? Evet, çok yollar, güzel. Çok güzel. Yollar yapıldı, eski yol kötüydü. Evet, eski yol çok kötüydü. O zaman çok geç varıyorduk, saatler çok uzun sürüyordu. Şimdi erken varıyoruz. Mersin'den çıktığımız zaman hemen Alanya'ya, Antalya'ya varıyor. Buradan tünelleri açıldı. Yol düzeldi. Çok güzel oldu. Yollarımız çok güzel. Действительно, у нас дорогу. Yol это дорогу, друзья. У нас дорогу очень хорошо. И очень длинный туннель. Здесь, если вы из Мерсина до Алании поедете, либо из Алании до Мерсина поедет, у нас очень красивая, хорошая дорога, уже новые дороги, новые туннели, много туннелей есть. Вот опять вышли, сейчас еще будет туннель. Действительно, очень красивый, хорошо у нас туннели. И еще у нас что очень хорошо. Сейчас. Еще вот это последний туннель был здесь, вот уже вышли, вот так. Anne anlatsana. Не anlatayım ya. Ne düşünüyorsun? Hayat hakkında. Gelecek hakkında. Hayat hakkında. Bizim hakkımızda. Hayat hakkında bir şey düşünüp kendim için bir şey düşünmüyorum. İşte virüs var, ona çok üzülüyorum. İnsanlara bir zarar gelir diye, sevdiklerime bir zarar gelir diye. Ben çocuklarımın mutluluğunu istiyorum. Evet. İşlerinde başarılı olmalarını istiyorum. Ama kendim için bir şey istemiyorum. Artık yolun sonu benim için demek gibi bir şey. Siz mutlu olun, huzurlu olun, işleriniz düzgün olsun biraz. Onu istiyorum. Sevdiklerim mutlu olsun istiyorum. Она говорит, что может быть кто-то не понимает, конечно, по-турецки, кто-то понимает, говорит, что после этого возраста я только желаю, чтобы мои дети были довольны, счастливы, друг друга уважали. Вот это вирус уже надоел, чтобы этот вирус прошел, чтобы все остались здоровы. Очень переживаю, что много людей уже болеют из-за этого, тоже очень переживаю. Так что, и, конечно, мне очень хорошо, когда дети рядом говорят. Так что, Аня, vedalaşalım, hadi. Hadi, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Türkiye'ye gelin. Türkiye'ye gelin. Çok güzel Türkiye. Türkiye çok güzel. Mersin de çok güzel. Mersin de çok güzel. Evet, Mersin'imiz gerçekten çok güzel. Ama büyük. Bayağı büyük. Çok büyük. Mersin'de ne var anne? Limon, çilek. Her şey var. Muz. Mersin. Muz da başlıyor artık. Ay çok muz var. Çok. Seralar örtü altında. Şimdi artık çok muz olacak şimdi. Hı. Çilek. Her türlü şey. Ondan sonra limon, portakal, mandalin, ne bileyim, her türlü meyvelerden var. Hı hı.
bak biraz yayla kesimlerinde kiraz, elma, her şeyler olur burada yani. Tamam. Paka paka. Avokado. Paka paka yapalım. Paka paka. Paka paka. Hoşça kalın. Nam şaşlı. Hoşça kalın. Paka paka.